Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать журналисты телеканала «Самара ГИС» и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Его называют бесшумным убийцей. В Самаре от угарного газа отравились 5 человек. Новый год, новые пошлины, дешевые товары, купленные через интернет, уходят в прошлое. Студенты без паники. Расскажем, что делать, если новая транспортная карта не считывается. Штурмуют великие и могучие. Самарские школьники сдают региональную олимпиаду по русскому языку. Мода или дань традиции. Священники рассказали, как церковь относится к святочным гаданиям. Жизнь возможно повернуть назад. Самарские реконструкторы воссоздали в загородном парке атмосферу средневековой Руси. 5 человек отравились угарным газом в Самаре. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По информации управления МЧС, сообщение об отравлении семьи в доме на улице Гвардейская поступило около 6 утра 11 января. Мужчины и две женщины доставлены в больницу имени Середавина. Двое мальчиков, одному 2 года, другому еще меньше, госпитализированы в детскую больницу имени Ивановой. В МЧС сообщают, что причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. Дымоотводящий рукав в квартире не соответствует диаметру дымохода. Напомню, еще одна семья отравилась угарным газом в одном из домов на Советской Армии в ночь со 2 на 3 января. Причины ЧП обсудили на еженедельном совещании в Самарской мэрии. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, чаще всего люди страдают из-за неисправности газовых баллонов и отсутствия вентиляции. Газовые службы проводят проверки, но не все жители пускают в свои квартиры специалистов. Глава города Елена Лапушкина поручила детально разобрать этот вопрос на оперативном совещании в департаменте и провести проверки. Отдельно вопрос вынести на рассмотрение, чтобы разобрали всю ситуацию по тем, где случилось, по домам. Пусть обход сделают. Ну и заострите внимание, что это должна быть плановая работа. Прокуроры Самарской области отметили профессиональный праздник. Лучшие сотрудники получили награды, а на фасаде здания появилась мемориальная табличка в честь легендарного сотрудника ведомства Николая Баженова. Свою минуту признания получили журналисты, в том числе и телеканал «Самара ГИС». Сергей Кизоркин с подробностями. Ветераны Самарской областной прокуратуры вспоминают Николая Баженова как честного прокурора и человека с большой душой. Участник Великой Отечественной войны в 70-е годы, он был прокурором Куйбышевской области. В 1981-м назначен первым замом генпрокурора СССР. В профессиональный праздник на фасаде областной прокуратуры открыли мемориал в его честь. Наши молодые работники узнают, что у нас был такой выдающийся прокурор области, который поднял тогда престиж Куйбышевской области на высочайший уровень. Здесь проводились у нас в этом здании совещания прокуроров Советского Союза под руководством генеральных прокуроров. И вот отсюда, буквально по заслугам, он стал первым заместителем генерального прокурора СССР. Продолжают славные традиции прокуроры Самарской области. В прошлом году блюстители закона помогали решать проблему обманутых дольщиков. Владельцы квартир в 3 домах получили ордера и ключи. Задолженность по зарплате снизилась более чем в 12 раз и сейчас составляет примерно 1,5 миллиона рублей. Под контролем прокуратуры успешно реализуются национальные проекты. Ваша работа имеет огромное значение как для каждого жителя области, так и в жизни страны в целом. От ее результатов во многом зависит сила государства, спокойствие его граждан, социальной стабильности общества. За свой профессионализм в день работника российской прокуратуры более 500 сотрудников получили благодарственные письма, грамоты, ведомственные медали и знаки отличия. От губернатора Дмитрия Азарова, руководства областной прокуратуры, губернской думы и полномочного представителя президента страны. Среди награжденных и Юлия Никитина. Старший помощник прокурора Советского района предотвратила хищение во время строительства дороги по одному из нацпроектов. По требованию прокуратуры были возвращены денежные средства, более 1,5 миллионов, бюджет, которые были оплачены за дорогу, фактически не входящую в программу. Благодарственное письмо за активное взаимодействие с прокуратурой Самарской области получила и редакция телеканала «Самара ГИС». Журналисты программы «События» в 2019 году сняли серию репортажей про работу надзорного ведомства. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Самарские студенты могут не переживать, их транспортные карты работают исправно. О сбоях сообщали СМИ в конце прошлой недели. Но специалисты оперативно изъяли бракованную партию. Куда обращаться, если проблемы все же возникли, расскажет Андрей Горгуленко. Целая партия студенческих транспортных карт оказалась бракованной. Это стало ясно, когда их владельцы попытались пополнить счет. Деньги просто не зачислялись. Ошибку выявили в одном из офисов при продаже платежного инструмента.
Перед продажей наши технические специалисты обязательно проверяют все карты на наличие считываемости, и обнаружилась данная ошибка. Сразу же связались с изготовителем, выслали всю информацию, проводятся экстренные меры. Брак связан с техническим производством изготовителя. Вся партия была изъята из продажи в срочном порядке. Потому самарские студенты проблем с зачислением средств не заметили. Очень удобно платить транспортной картой. Замечали ли какие-нибудь сбои, может, в последнее время? Нет, такого не было. Меньше сумма оплаты проезда, плюс не надо таскать с собой мелочи, берешь карту, оплачиваешь, все, без проблем. Если проблемы с зачислением денег на карту все же возникли, то необходимо обратиться по телефону горячей линии. Он указан на ваших экранах. Либо в офисы компании на улице Фрунзе 70 и на улице Мариса Тореза 67А. При себе нужно иметь лишь карту и паспорт. Одна поездка по студенческой карте сейчас стоит 16 рублей, что вдвое дешевле обычного билета. За безлимит на месяц нужно заплатить 800 рублей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Сэкономить больше не получится. С начала этого года товары, купленные в зарубежных онлайн-магазинах стоимостью свыше 200 евро, начнут облагать пошлинами. Для кого изменения станут ощутимы и на что они могут повлиять, разбиралась Мария Левина. Купить одежду или бытовую электронику, не выходя из дома. Для этого достаточно одного клика мыши. Каждый второй сегодня хоть раз приобретал что-то в интернете. Можно не выходить из дома. Это, во-первых. Во-вторых, там цены иногда бывают дешевле. Конечно, активный пользователь интернета. Массово заказываю практически все из одежды сейчас только через интернет. Постоянно. А почему это удобнее, чем вот просто ходить в магазин? Ну, потому что это удобно. То есть там ассортимент больше, выбор больше, если можно померить и вернуть. Из иностранных сайтов покупатели предпочитают компании из стран Ближнего Востока. Большинство же пользователей выбирают товары из России. За 2019 количество покупок в интернет-магазинах увеличилось на 60%. В этом году специалисты тоже прогнозируют рост. Посмотрим, что в этой посылке. С начала года в силу вступили изменения в законодательстве, распространяющиеся на международные заказы. Если ранее беспошлинно можно было пересылать товары стоимостью меньше 500 евро, то сейчас цифра сократилась до 200. При этом увеличился вес до 31 килограмма. Это прогнозируемый этап. В связи с увеличением интернет-торговли, увеличением объема перемещения товаров для личного пользования, используя почтовые отправления, используя курьерские службы, скорее всего, приведет к увеличению и доходной части государства, и усилению контроля и ответственности граждан при приобретении товаров. В два раза снизились штрафные санкции. Ранее за превышение нормы полагался налог в 30% от суммы посылки или 4 евро за каждый лишний килограмм. Как это скажется, посмотрим, но могу сказать, что когда в прошлом году мы завершали декабрь, мы по международным отправлениям в рамках УФПС Самарской области наблюдали положительную динамику, плюс 27,6% по количеству входящих международных отправлений пришло в Самарскую область по сравнению с декабрем 2018 года. В этом году у нас тоже намечается положительная динамика. В первую очередь изменения в законе коснутся предпринимателей, которые делают оптовые заказы через сеть. Большая часть из них пользуется услугами дистрибьюторов, то есть не работают напрямую с производителями. Из-за перемен последние будут вынуждены переплачивать, что не может не сказаться на конечной стоимости товаров на полках в магазинах. Однако самарские предприниматели не теряют оптимизма и повышение цен пока прогнозировать не берутся. Мария Левина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События. Школьники всей страны написали олимпиаду по русскому языку. В Самаре в региональном этапе приняли участие более 300 подростков. Предварительно они прошли отбор в своих школах. В массовой проверке знаний приняли участие ученики 9 и 11 классов. Сложность задания оценила и Елена Малютина. Надо максимально собраться, не волноваться, несколько раз вдохнуть-выдохнуть и просто выполнить эти задания. Здесь практически так же, как на ЕГЭ. Сотовые телефоны остались за пределами аудитории. С собой можно взять только знания. 11-класснику Глебу Лычеву шпаргалки не нужны. Он успешно прошел школьный и окружной этапы олимпиады по 4 предметам – обществознанию, истории, экономике и русскому. К всероссийским региональным соревнованиям готовился с усердием. С 9 класса, да, я уже начал готовиться, естественно, решать задачи прошлых лет, смотреть, читать дополнительную литературу, чтобы как-то быть уверенным более на самой олимпиаде, а не просто наугад и через логику идти.
Знание русского языка, способность к анализу, а также критический подход к задачам – все это продемонстрируют более 200 школьников на региональном этапе Олимпиады по великому и могучему. В масштабных интеллектуальных состязаниях третьего этапа Всероссийской Олимпиады примет участие более 4000 детей. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Впервые Олимпиада прошла в Российской империи в 19 веке. В Советском Союзе школьное олимпиадное движение развивалось с 30-х годов прошлого века. В России одно из старейших и престижнейших интеллектуальных состязаний также в почете. Только в этом году продемонстрируют знания более 6 миллионов школьников. Мы представляли опыт проведения регионального этапа Всероссийской Олимпиады на Большом Всероссийском совещании. Самарская область была отмечена как регион, во-первых, который участвует по всем 24 предметам. Немногие регионы в стране выбирают все предметы. И как регион, который проводит достаточно прозрачно и открыто эту Олимпиаду. Победитель регионального этапа войдет в реестр одаренных детей, а также сможет продемонстрировать знания в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других событиях дня. Новый скандал, связанный с одной из служб доставки еды. Жительница Самары Анастасия заявила, что отравилась роллами. По ее словам, внешний вид Филадельфия оставлял желать лучшего, а на вкус ролла оказались пересоленными. Тем не менее, девушка съела несколько штук, а вскоре поняла, что отравилась. Тошнота, рвота и высокая температура. Лекарства Анастасии не помогают. Будет ли она подавать в суд на фирму, пока неизвестно. Напомним, похожая ситуация произошла в Самаре в августе прошлого года. Тогда 63 человека попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они употребляли продукцию сети «Фарфор». После проведенной проверки надзорные органы выявили в некоторых продуктах присутствие сальмонеллы. После этого судебные приставы опечатали все ресторанные сети, а полиция возбудила уголовное дело. В Самаре этой зимой протестируют электробус. Об этом сообщили в администрации города. Напомним, в начале октября прошлого года власти Самары заявили о намерении опробовать на улицах города новый вид общественного транспорта. ТТУ примет и введет в эксплуатацию на 3 месяца один электробус, произведенный на заводе «Белкоммунмаш». Техника прибудет из Белоруссии не раньше февраля. Желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий объявлен в Самарской области. По сообщению синоптиков, днем 13 января на территории области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать до 15-20 метров в секунду. Кроме этого, местами ожидается метель и ухудшение видимости до 500-1000 метров. В связи с этим спасатели предупреждают водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции во время движения. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила с новогодними праздниками председателей городских общественных организаций ветеранов и инвалидов. Общественники и мэр в неформальной обстановке обсудили планы на этот год. В первую очередь внимание будет приковано к участию организации в праздниках и акциях, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также на встрече подвели итоги работы в прошедшем году. Так, например, у городской студии инклюзивного творчества появилось свое здание. Екатерина Сизова, руководитель студии, отметила, что развитие этого направления было возможно только при колоссальной поддержке со стороны городской администрации. И 2019 стал именно таким показательным, что действительно можно делать хорошие, красивые, полезные дела, очень масштабно и от души, и от сердца, и так, чтобы это приносило пользу просто тысячам людей. Поздравляю вас всех с Новым годом и Рождеством. Замечательные, светлые, волшебные, добрые семейные праздники. Убеждена, что мечта каждого из вас, желание каждого из вас исполнится. Ну и всем вместе, конечно, хочу пожелать чаще встречаться, всем нам здоровья, нашим родным и близким здоровья. Исторические реконструкторы на один день превратили загородный парк в декорации к фильмам. Так в Самаре прошел 10-й фестиваль зимних народных забав «Славянская зима». Какие развлечения были в моде средневековой Руси, увидел наш корреспондент. Русский танец-хоровод отражает форму и движение солнца, и поэтому он сакрален, рассказывают организаторы праздника «Славянская зима». Движение по часовой стрелке очищает человека, который находится внутри круга. Движение против стрелки исцеляет его тело и душу. О древних традициях и культуре сегодня мало кто помнит. Реконструкторы наглядно показывают, как это было. Мы любим нашу культуру и хотим показать, что она такая же интересная, как и другие культуры, что ее стоит изучать, что ей стоит интересоваться, что она очень яркая, эмоциональная.
Отправиться в дохристианское прошлое Руси, побывать в Средневековье и перенестись в начало 20 века. И все это на одной поляне. Фестиваль народных забав проходит в загородном парке уже 10-ю зиму и привлекает гостей со всего Поволжья. Участникам показали, в какой одежде и обуви ходили дворяне и простолюдины, каким оружием воевали и какими топорами рубили избы, из какой посуды ели. Все предметы старины, их точные копии можно было подержать в руках или примерить. Мне, как русскому человеку, все это понятно, вот, и мне кажется, не должна у нас размываться наша культура. Вот, все-таки Россия, она держится на русской культуре, вот, поэтому вот эти мероприятия, они сохраняют нашу самобытность, государственность, вот, и поэтому я считаю, что это очень хорошо. На таком мероприятии конкретно я третий раз, мне очень нравится. Это как воспоминание нашей древней культуры. Мне очень интересно прикоснуться к этому. Очень много народного творчества, всякие куклы, керамика. Все это вот так интересно, здорово. Я стараюсь приобретать на каждом мероприятии одну-две вещи. Чтобы провести фестиваль зимней забавы, исторические клубы Самары ежегодно отправляются в этнографические экспедиции по деревням и малым городам России. Именно там пока еще можно найти исторические артефакты. Если человек не знает своей истории, то у него нет будущего. И мы, конечно, не стараемся так глубоко копать, но совершенно случайно лет 6 назад было проведено нашим соклубникам исследование, которое показало, что для человека крайне важно знать хоть немножко свои традиции. Потому что человек размывается личность, и человек становится более злой, он становится неким эгоистом. На пару часов организаторы фестиваля создали особое настроение у гостей. Ради участия в молодецких забавах дети и взрослые на время забыли о гаджетах и включились в борьбу за яркие впечатления. Лариса Шлафаст, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Еще одна древняя славянская традиция – святочные гадания. Они длятся 2 недели от Рождества до Крещения. И сейчас как раз самый разгар ворожбы и мистики. По древним поверьям, в эти дни среди нас незримо присутствуют духи, которых можно расспросить о своей судьбе. Впрочем, мнение официальной церкви на этот счет всегда было скептическим. Изменилось ли что-нибудь в этом году и сколько самарцев готовы заглянуть в будущее, расскажем в нашем следующем сюжете. На любовь, судьбу, удачу и карьеру. Святочное время с рождественского сочельника вплоть до крещения у славян считалось особым периодом. В это время было принято гадать. 2 недели святок – самое благоприятное время, чтобы построить планы и заглянуть в будущее. Считается, что именно в этот период все заветные мечты и желания сбываются. Однако обряды на святки считаются греховными, поэтому церковь их не одобряет. Церковь, конечно, относится к этому очень негативно, потому что гадание – это есть пережиток нашего языческого прошлого славянского, но, тем не менее, вот они как бы совершаются, что не есть хорошо. Потому что на самом деле никакие гадания, они не дают той правды, которую человек хочет в них увидеть. На святке женщины гадают чаще мужчин, причем почти треть из них утверждают, что их предсказания действительно сбывались. В то же время большая часть предпочитает воздержаться от гаданий. Я не верю в гадания и никогда не гадала. Точнее, знаю, что существует магия, но человеку нежелательно заниматься этой магией, потому что она отнимает силу внимания человека, которая дана на что-то больше. Не приходилось никогда гадать. Я не гадаю, но верю. Наверное, чего-то боюсь. Вдруг что-то страшное. Ну и, наверное, не хочу знать о том, что будет. Еще одной забавой на Руси в святочное время считались колядки. Люди собирались в компании, ходили по центральным городским улицам или в гости и поздравляли с Рождеством. Исполняли обрядовые песни, танцевали и веселились. Считалось, что в святки на землю опускается вся нечисть, и поэтому людям не запрещали озоровать и пакостить, а наоборот, это поощряли. Считалось, что чем веселее ты проведешь этот период, тем удачливее будет наступивший год. Кроме песен и плясок, принято показывать сценки с мифическими персонажами и глубоким смыслом на вечную тему добра и зла. Веселье – это не праздное времяпрепровождение, к этому так не относились. К этому относились как к необходимому элементу жизни. В жизни есть время для работы, а есть время для веселья. От традиции отходить не стали и сегодня. По Ленинградской прошлись ряженые с песнями и частушками. От них не отставали и горожане.
заранее пришли, чтобы повеселиться. Разве можно пропустить такое мероприятие замечательное? Настроение такое сразу повышается. Прям просто замечательно. Забываешь про все плохое и только хорошее, только хорошее. Праздник удался, готовы веселиться. Самара веселая, погода хорошая, все прекрасно. Народные гуляния стали для Самары традиционными. Каждый год горожане ждут их с нетерпением. Святки пройдут до 19 января. Раньше каледовать начинали в ночь на Рождество, 6 января, а заканчивали только к Крещению. Выбирали несколько дней в этот период для колядок, а остальные дни по вечерам молодые люди ворожили. Сейчас же каледовать принято в ближайшее время к Рождеству Христову. Мария Левина, Мария Лучан, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. Песня о главном танце в народных костюмах. В Самаре прошел традиционный концерт, посвященный Рождеству Христову, одному из главных православных праздников. Среди участников – лучшие коллективы региона. С подробностями Елена Малютина. В фойе театра оперы и балета зрители встречают кадетский духовой оркестр. Именно он создает здесь особую атмосферу одного из главных христианских праздников. Программа рождественского концерта насыщенная. Выступают лучшие коллективы Самарской области. Все песни о главном. Со сцены звучат слова о милосердии, совести, благородстве, достоинстве. Одна из ключевых тем – труд духовный и физический, а также патриотизм. Любовь к родине и в песнях, танцах, и в стихах, и в народных костюмах. Отдельное внимание к поддержке семейных ценностей. Рождественский концерт в Самарском академическом театре оперы и балета радует самарцев уже более 20 лет. В этом году артисты, детские епархиальные коллективы, кадеты представили около 20 номеров. Чувство радости, вот такого полноценного праздника, как бы радость, разделенная со всеми, это полноценная радость. Только вот здесь ее можно почувствовать, что все наши православные христиане во главе с Владыкой вот ощущают эту радость, да. И радость, что нас так много православных, что у нас и дети православные. Такое как бы чувство подкрепления, что... Нас все больше и больше. С каждым годом все выше и выше. Уровень интереснее, новые интересные моменты в сюжете. И больше концертов, больше коллективов выступает. И радостно, что дети такие православные. Наша смена растет. Рождественский концерт уже приравнивается к Рождеству Христову, а это самый великий праздник, который есть у нас у православных христиан, потому что родился Христос. Если он родился, значит, он пришел на землю. А пришел на землю для того, чтобы спасти нас с вами, грешных. Поэтому этот концерт, он и для того и создан, чтобы привлечь благодать Божью. Ежегодно во время святочной недели концерт собирает порядка 1000 зрителей и сотни участников. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.